Так, дорогие товарищи, начинаем второе в этом учебном году занятие кружка любителей кегельских диалектов. Ну и как только мы начинаем приступать к следующей части, к той части, которая называется «Учение о сущности», мы сразу вспоминаем известное утверждение Гегеля, что, продвигаясь вперед, мы возвращаемся назад. Или для того, чтобы продвинуться вперед, надо вернуться назад. Вот бытие сняло себя, и появилась сущность. Как она появилась? Через снятие личного, через снятие бытия. То есть бытие – это снятая сущность. То есть, как пишет Гегель, как бы сознание не удовлетворяется поверхностью, оно углубляется. Через поверхность проходит и углубляется в сущность. Но это, так сказать, образное выражение. А вот логически, формально логически, речь идет о том, что в сущности снятое бытие. И вот мы теперь озабочены тем, как изучать сущность. Я озабочен тем, как руководитель кружка, как объяснить людям, почему так сложно изучать сущность в связи с... Вот сам Соник, уже другой телефон. Алло. Внизу сейчас спустится Валерий Александрович. Значит, почему сложно изучать сущность? Вот для того, чтобы изучать сущность, что надо делать? Ее какие-то определенности надо увидеть, правильно? А что такое определенность? Что можно сказать? Что можно сказать, что такое определенность? Это не бытие. А? Не бытие. Просто не бытие? Принятое в бытие таким бытие, образом, бытие, что конкретное целое имеет... Бытие, так же конкретное целое имеет форму бытия. То есть определенность – это в сфере наличного бытия. Определенность наличного бытия. А здесь не определенность наличного бытия, а определенность сущности. Чтобы отличить, чтобы что-то сказать о человеке, о предмете, надо что-то взять, то, что его, и то, что является его отрицанием одновременно. Например, там, вот товарищ Шабусов, человек в галстуке. Но галстук – это не Шабусов. Правильно? Это отрицание Шабусова. Вы согласны с этим? Согласен. Вот. Или там, Денис Борисович, человек в свитере. Но никто не будет утверждать, что свитер – это Денис Борисович. Никто, это его отрицание. Это не он. Не он. И вообще, надо сказать, что у Спинозы еще было всякое определение есть отрицание. Но это говорилось об определении. А у Гегеля определение по более сложной категории, он потом раскрывает, что такое определение. Определенность. Вот чтобы вообще говорить о чем-то определенном, надо, как он, приводя примеры, говорит, надо что-то темное осветить или что-то светлое зачернить. Ну, поэтому, знаете, вот я спрашиваю, какого цвета страница этой книги? Белый. Черно-побелому. А если бы на страницах этой книги не было бы ничего черного, что бы мы не могли изучать? То есть мы только тогда можем изучать, если это белое, зачернено. Зачернено буквами, словами, предложениями и так далее. И наоборот. Гегель пишет, что а в абсолютном свете точно так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Если тьма никак не освещена, нет никакого маленького фонарика, который бы отрицал эту тьму, ничего невозможно увидеть во тьме. А если вы возьмете абсолютный свет, вот сейчас начнем увеличивать яркость ламп, то мы, господи, скорее, мы не отслепнем физически, но мы уже ничего не сможем отличать, если будет очень светло. В абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. Вот люди, которые, например, собирают данные бесконечно много, так много, что они никогда их не смогут переварить, и все равно, что вообще ничего не собирать. Вот когда все соберешь, соберешь. Или когда все прочтешь, давайте все прочтем, что здесь в публичной библиотеке. И что будет тогда в голове? Ну, в самом лучшем случае публичная библиотека. Не более того. И как бы начинай сначала такое по этой публичной библиотеке. Вот. Это вот надо усвоить. А в какую мы попали ситуацию, когда перешли к учению о сущности? Сущность есть отрицание бытия. Снятие – это отрицание с удержанием. Не удержание с отрицанием, а отрицание с удержанием. Это противоположное высказывание. То есть снимает себя наличное бытие, снимает себя и
осуществляется переход к сущности. Значит, сущность есть отрицание бытия. Ну и как вы собираетесь отрицание определять? Значит, надо применять определенность и отрицание. Ну давайте отрицание, теперь отрицание. Так, если мы хотим получить определенность отрицания, значит, надо его отрицать. А когда мы его отрицаем, что мы получаем? Мы получаем две вещи. Во-первых, мы получаем бытие. Отрицание. Отрицание, отрицание сущности. Значит, мы получаем бытие, раз мы сущность. Сущность выступает как отрицание бытия, поэтому это отрицается. Отрицание бытия, значит, мы получаем бытие. А можно сказать так, что получается несущность? А? Несущность. Да, можно. Но это несущность, это бытие. Да? Да. Ну где? Ну мы где находимся? Мы находимся в сфере сущности. Поэтому это несущность, но это сверхъестественно. А ее мы не можем сказать, это уже не бытие. Поэтому надо, эта несущность должна при этом быть отрицанием бытия. То есть поэтому это такое отрицание, которое можно взять только как момент, которое само берется с отрицанием. Все, что есть в сфере сущности, надо брать с отрицанием, приводить его в соответствие с тем, где мы находимся. Мы находимся в сфере сущности. В подводном царстве, так сказать. Все тут с отрицанием берется. И что тогда получается? И вот, если внимательно почитать учение о сущности, тут как внимательно не читай, вот так, с одного раза, со второго или с третьего, ты не заметишь. Там говорится, в Гегеле, в учении о сущности, что с одной стороны, тут есть отрицание, отрицание, но как удержание, то есть как отрицание, равное самому себе отрицание. Вот это как вот позитив, тот вот такой, только что отрицание равно равное самому себе. Это как бы вот такое здесь бытие, никакого другого здесь бытия нет, с одной стороны. А с другой стороны, и если мы можем говорить о бытии, то только как момент. Что значит как момент? Только как то, что отрицается, то есть только то, только то, что положено, а не просто есть. Вот оно положено, то есть оно с отрицанием и присутствует. Присутствует только с отрицанием. Вот эти два момента. И, следовательно, вот когда мы получаем отрицание, то это получается равное самому себе отрицание. И бесконечная отрицательность, потому что, что бы мы ни отрицали, мы получаем бытие, бытие снова отрицается, и вот получается бесконечное движение. Получается бесконечное движение не потому, что кто-то захотел тут изображать бесконечность, а потому что, если уж мы находимся в сфере сущности, мы все время должны избавляться от бытия, а бытие все время всплывает. Всплывает, потому что отрицание, отрицание есть бытие. Но какое бытие? У нас здесь уже не может быть просто бытие, мы же находимся в сфере сущности. Это непосредственная сущность. А непосредственная сущность в чем состоит? В отрицании бытия. И опять мы, значит, если мы вдруг получаем какое-нибудь бытие, мы этим не удовлетворяемся, если мы находимся в сфере сущности, опять должны его отрицать. Иначе мы уходим назад. А мы не должны уходить назад, мы должны оставаться в сфере сущности. Вот поэтому можно было бы сказать, что вот мы сейчас, приступая к изучению сущности вновь, а мы приступаем вновь, потому что, вроде бы, мы в прошлом году уже так прошли немножко, уже пошли по этим местам, но поскольку надо штудировать науку логики, то есть смысл снова повторить и снова на этих вещах остановиться. Это вот это самое сложное место, и здесь разгадка идет того, а почему вот эта вот определенность, она называется рефлексией. Рефлексия – это отраженная, то есть все не берется как само по себе, а берется через отрицание. Рефлексирован, то есть через отрицание, с отрицанием. Все берется с отрицанием. А раз берется с отрицанием, и вы приходите опять к отрицанию, опять отрицание. И вот это бесконечное движение называется рефлексией. То есть рефлексивные определения – это такие бесконечные такие определения, которые никогда не избавляются от беспокойства. Они в постоянном беспокойстве, в постоянном движении. И вы тут можете найти вот в этом месте, в начале, вопрос о самодвижении. Так это самодвижение получается не от того, что кто-то откуда-то толкает, это внутреннее самодвижение сущности. И сущность только и есть самодвижущаяся. Ну, кажется, что это совсем странно уже выглядит.
Ну, а после этого идут такие стандартные категории, нам хорошо известные, но не понятые, как тождество и различие. Вот с этой точки зрения, когда он начинает объяснять, что тождество, ну, раз это тождество отрицательного, что такое тождество отрицательного? Это тождество, которое берется с отрицанием. То есть это тождество, тождество и не тождество. Тождество различного. То есть тождество, любое тождество, воистину, только тождество различного. И вы не найдете ни одного примера, когда бы тождество убралось как тождество тождественного. Если даже мы залезем с вами в математику или в арифметику, и будем слева писать 4 и справа 4, ну вы видите, что это 4 это слева, а вот это 4 это справа от разницы. Так? А поскольку у нас сейчас приборы, и у нас с помощью вот таких вот вещей, и соответствующих спутников можно легко определить, где кто находится. Вот этот вот, если вот здесь четверка, и здесь четверка, то у них разные координаты, правильно? Поэтому как же они тождественны? И наоборот, Гегель подчеркивает, что а если вы будете брать просто тождество, как тождество тождественного, то никто не будет слушать вашу эту отождествляющую речь, потому что она сводится к чему? К тому, что елка это елка. Бревно есть бревно. Вам объяснить, что такое тождество? Тождество – это тождество. Вам объяснить, что такое сущность? Сущность – это сущность. Татьяна Валерьевна, уж должны понять. А вы никак не можете понять, что сущности, а? Такой вариант выражения. Иногда так бывает, да. И что это получается? Это называется отождествляющая речь. То есть пусть это точное название такого рода выражения – это тавтология, когда люди, желающие что-то объяснить, просто повторяют одно и то же. Это очень часто бывает. Поэтому никакого содержания это не приносит. Когда мы говорим, что это тождественно, вот мы с вами тождественны. Так или не так? Посмотрите друг на друга и увидите, что вы тождественны. В каком смысле? Надо только говорить, в каком смысле? В том смысле, что мы тождественны как люди. То есть это тождество не тождественного. Мы люди-то разные, а называется это тождество. И о тождестве можно говорить, когда мы разные. Потому что если мы не разные, то нельзя сказать, все мы люди. Как у всех, это один человек тогда есть. Тогда я тождественен себе. Так я и себе-то не тождественен. В чем выражается это бесконечное движение? Вот уже в том, что когда мы изучали изменения, мы выяснили, что если речь идет об одном человеке, он, во-первых, равен самому себе. Да? Что значит равен? А то значит, что он одновременно и не равен самому себе. Правильно? Потому что это вот равенство только момент. И не равенство только момент. Потому что он и равен, и не равен самому себе. И никаким другим способом движение и изменение никак изобразить нельзя. Если это живой человек, то значит, он все время и равен, и не равен. Если не живой, тогда он труп, он тоже и равен, и не равен себе. Он начинает разлагаться. Поэтому вы никак, никуда, куда вы не кинетесь, что вы не сделаете, у вас все время получается равенство с неравенством. Поэтому вот эти моменты сначала, вот Гегель рассказывает, когда говорит о рефлексии в чистом виде, вот он сначала берет видимость, потому что вот сначала у него получается, что вот снятое бытие есть бытие. Но мы же находимся в сфере бытия, значит это не бытие, а просто отрицание сущности. А отрицание сущности в сущности – это просто видимость, потому что все равно это в сущности. Но видимость – это сама сущность, взятая со своим отрицанием. И вот эта сама сущность, которая берется вот в таком движении, что она со своим отрицанием, она и есть рефлексия. И вот эта рефлексия поворачивается так, что она тождество, а она ее поворачивается по-другому, что она одновременно и не тождество. А что? А различие. Или сначала разность, различие, а противоположная разность называется противоположностью. А что значит разные? Вот мы разные можем быть только если мы одинаковые. В том смысле, что разные люди, разные звери, разные столы. То есть для того, чтобы можно говорить было о разном и различном, надо иметь что-то одинаковое. Одно и то же. То есть можно говорить, следовательно, о разном, только о тождественном. Деревья разные бывают.
Потому что они все одно и то, деревья. Правильно? Да. Поэтому никакого другого различия, которое было бы не было бы различием тождественного, не бывает. Это очень важно понять. И с понимания этого приводит к тому, что когда мы потом, что нету на самом деле, что самая богатая категория, абсолютная категория в сфере сущности, не, все-таки не тождество, а разность. Поскольку разность в себя включает тождество, следующая категория. Различие включает в себя и тождество, потому что это различие тождественного. Различие одного и того же. Одно, если вы берете вот это вот, то, что вы рассматриваете, оно есть различие тождественного. Вот оно тождественное все-таки различается само от себя. Само от себя различается, и тогда вы получаете взаимоисключающую рефлексию. Одна сторона исключает другую, а другая сторона исключает первую. И вот эта исключающая рефлексия, это тождество противоположности или противоположность тождественному, как называется? Это называется противоречием. И вот тут, если мы вот так подходим, подкрадываемся через рефлексию к противоречию, мы тогда вот здесь только и получаем понимание того, что такое противоречие. Понимать противоречие можно так, что вот это рефлексия взаимоисключающая. Одна сторона другую исключает. Правильно? Буржуазия исключает рабочий класс. Она только и делает, что его исключает. Она старается ухудшить ему условия труда, уменьшить зарплату и так далее. А рабочий класс старается увеличить себе зарплату, улучшить условия труда и готовится к тому, чтобы саму эту продажу рабочей силы ликвидировать и взять средства производства в свои руки. То есть решить этот вопрос окончательно. То есть исключить буржуазию. А пока он исключает буржуазию в рамках буржуазного общества, в рамках буржуазного целого. Он ее исключает, она его исключает. И поэтому, так сказать, он не выберется, если он не будет ставить задачу исключения частной собственности, как собственности на средства производства. Исключительно исключающая рефлексия. А как она может исключать? Только в единстве. Вот, может быть буржуазия без рабочего класса? Не может быть. Как может буржуазия? Это люди с мешками денег. А никто не работает за эти деньги. Ну и все, и умрут голодными. А может быть рабочий класс без буржуазии? Рабочий класс может, а пролетариат нет. Пролетариат как лишенный собственности всякой, он существует только в этом смысле. В широком смысле в буржуазном обществе, а уж если вы возьмете общество социалистическое, там мы говорим диктатура пролетариата, но уже, так сказать, в историко-философском смысле. А вообще, конечно, уже там не пролетариат, а рабочий класс. Рабочий класс, который держит в руках все средства производства от имени общества, и его государственная собственность является формой общественной собственности. Поэтому уж, конечно, если это форма общественной собственности, как вы можете утверждать, что это пролетариат? А диктатуру пролетариата мы называем с таким же правом, когда мы говорим про красные чернила, которые, конечно, не краснело. А вроде чернила, так должны быть черные, но мы же говорим красные чернила. И сейчас это не пугает. Так и здесь. Одно и то же понятие, оно сохраняется, когда речь идет о том, что власть государства этого класса сохраняется, хотя сам класс развивается. И вот он из класса, который не имел средств производства, превратился в класс, из класса в себе, превратился в класс для себя. Вот он теперь, так сказать, олицетворяет собой все общество, и никаких других классов, которые противостоят рабочему классу, в социалистическом обществе нет. В этом смысле социалистическое общество, то есть коммунистическое в первой фазе уже бесклассовое. Бесклассовое общество. А как вот диалектически выразил Ленин то обстоятельство, что социализм – это бесклассовое общество? Что он написал? И где? Кто скажет? Социализм – это уничтожение класса. Да, социализм есть уничтожение класса. Вот если я напишу «социализм – классовое общество», у меня социализм получается классовое общество, как капитализм, а не как коммунизм. А какая же это низшая фаза коммунизма? Ерунда получается. А если я напишу «социализм – есть уничтожение классов», то, собственно говоря, вот социализм в том и состоит, чтобы окончательно уничтожить всякое деление на класс, потому что оно полностью еще не уничтожено. То есть общество уже бесклассовое, но классы еще не уничтожены. То есть это противоречие бесклассового уже общества в первой фазе.
Почему? Потому что сразу нельзя выбраться без родимых пятен старого общества. Нельзя оторваться сразу, раз и все, мгновенно и пропали все классы. Следы классового деления остаются в виде чего? В виде неравенства между городом и деревней, людьми физического и умственного труда. И вот для того, чтобы ликвидировать классы, как выясняется из работы Ленина «Великий почин», самое главное, что нужно сделать, и это занятие кружка, не могу вот разговаривать. И самое классовое, самое важное для этого – это условия труда. Я не знаю, я думаю, что Денис Борисович тоже скоро это выучит, это положение. Я уже тоже его выучил и могу даже процитировать из «Великого почина», что Карл Маркс в «Капитале» издевается над пышностью и величивостью Великой Хартии Вольности и прав человека, над всем этим фразерством о свободе, равенстве и братстве вообще, которое ослепляет мещан и филистеров всех стран, вплоть до подлых героев подлого Бернского интернационала. Всем этим пышным декларациям прав Маркс противопоставляет простую, будничную постановку вопроса пролетариатом. Государственное сокращение рабочего дня. Очень актуально. Формула настоящего коммунизма отличается от пышного, ухищренного, торжественного фразерства каутского меньшевиков со своих милыми братцами из Берна тем, что они сводят все к условиям труда. Все сводит. Формула настоящего коммунизма сводит все к условиям труда. У нас один человек занимается это настоящим коммунизмом, товарищ Дегтярев. Все остальные где-то престижные. А он так сразу за корень схватился и, так сказать, тем самым, так сказать, он такую коренную линию ведет. «Поменьше, — говорит, — полтовни, — пишет дальше Ленин, — о свободе, равенстве, братстве и народовласти. Сознательный рабочий крестьянин наших дней. В этих надутых фразах так же легко отличает жульничество буржуазного интеллигента, как иной житейский опытный человек, глядя на безукоризненно гладкую физиономию, внешность благородного человека, сразу и безошибочно определяет, по всей вероятности, мошенник». Вот вам, так сказать, вывод из этого всего, из того, о чем мы говорили, который говорит он, почему так важно вот это все изучать, потому что если бы вот Ленин не изучал науку логики, он бы написал социализм, классовое общество, это была бы ерунда. Тогда бы начали искать, где какие классы антагонистические, где классовая борьба, раз классы борются. А есть при социализме есть классовая борьба? Есть. Но это классовая борьба, как, у какого класса у нас правящий? Рабочий. С чем борьба? С мелкобуржуазными попытками дать обществу поменьше и похуже, и взять от общества побольше и получше. Это, такие попытки и со стороны других классов и слоев есть. И есть эти попытки со стороны отдельных членов этого общества, в том числе со стороны отдельных рабочих. Потому что классовую борьбу, почему-то все понимают классовую борьбу как вот так только. А классовая борьба – это борьба класса за свои интересы. Если он класс в себе, он должен думать не о том, с кем бороться, с каким классом, а как довести до конца цели своей борьбы. А какие у него цели? Полностью сделать бесклассовое общество. А он как для себя. Да, чтобы он, так сказать, он для себя поэтому. Он, вот он должен и думать о том, как довести эту классовую борьбу до конца. А вот в Советском Союзе эту борьбу до конца не довели и сказали, все, классов уже нет, классовой борьбы нету. Вот, диктатура пролетариата не нужна, но если вы не боретесь, то, естественно, противоположные силы с вами борются. А если противоположные силы с вами борются, то уже сильная армия, самая сильная и могучая, которая складывает оружие и говорит, я бороться не буду. Пусть делай, что делай, но мы вот бороться не будем. Ну и что? Ну вы не будете, а с вами как боролись, так продолжим бороться. Поэтому это получилось такое одностороннее разоружение КПСС. Начало идеологическое, а потом оно повело уже к разоружению фактическому. Когда уже американцы, так сказать, нам какие-то денежки подкидывали маленькие, чтобы мы распиливали наши лучшие в мире ракеты «Сатана», которые были за бешеные денежки созданы. И вот там в Нижнем Новгороде и пилили. Ну потом остановились и решили, что мы-то и распилим, а дальше что будет? И остановились, и до сих пор продлевают еще эти ракеты «Сатана», у которых 10 боеголовок, а самые лучшие созданные в России ракеты – с разделяющимися боеголовками имеют 4 ярусы, и все. Пока еще не добрались до того уровня, который Россия имела в условиях социализма.
Поэтому там, так сказать, не так-то просто это. И это все понимают. Поэтому особенно хвалиться нечего тем, кто пришел. Они вот, а нынешние либералы недовольны теперь нынешним правительством. Они все время в оппозиции. Все время. Вы же получили то, что хотели. Вот вам буржуазный строй. И что опять новые все? Одно нытье. Так, если их послушать. Так, возвращаемся. Значит, вот мы пришли к заветной вроде цели и узнали, что такое противоречие. Хотя, если мы вернемся назад, то выяснится, что мы с самого начала, как только мы взяли категорию становления, с противоречием имели дело. А здесь только узнали, с чем мы имеем дело. Потому что, если вы говорите, что есть и возникновение, и есть прихождение, это противоположные движения в одном движении, да? Ну, значит, одно другое исключает. Если это возникновение, то оно исключает прихождение. Если оно прихождение, оно исключает возникновение. И это людей запутывает. Как так? Раз одно другое исключает, значит, чего-то нет. Вот в жизни так, что есть и то, и другое. Если я здоров, то что, у меня никаких болезненных явлений нет? Или, как говорят, если вы больны, это временно, а если вы здоровы, это тоже временно. Все зависит от того, как там идет, какая борьба. Да, да. Или как следователи говорят, здоровье, если вы считаете... Смотри, какое здоровье, определение здоровья, братья. А какое определение здоровья? Здоровье. Есть болезнь, есть здоровье, есть третье состояние. Третье состояние? Да. А какое? Смерть? Болезнь, допустим, присутствует, но... Нет, это не болезнь. Болезни могут быть только у здорового человека. У больного человека уже не болезни нет. Он уже сам больной. И у мертвого тоже. Вот болезни только у здорового. Вот в этом смысле, вот когда это болезни человека, потому что вот человек, вот есть одно понимание человека, вот этот человек имеет свое отрицание. Его отрицание – болезнь. Отрицание же болезнь, правда? Если это отрицание дает верх, это умирающий человек. То есть то, что он еще живой, это временно. А может ли вообще быть человек без отрицания? Нет, не может быть. Я хотел сказать, что вы без отрицания, но потом удержался. Может быть, вы на это хотели намекнуть. То есть... Ну, это, так сказать, вопрос, заслуживающий, может быть, специального рассмотрения. Но, во всяком случае, это, таких, как говорится, абсолютно здоровых там, нет, как людей нет без недостатков. То есть, вообще, если мы вообще понимаем, что все этапы в жизни человека, они все объективно необходимы, и человек, в общем-то, смертен. Если человек смертен, значит, если он родился, значит, он умрет. Раз он умрет по каким-нибудь причинам. Всегда находятся потом конкретные причины, хотя... Главная причина в том, что он умер, в том, что он человек. Потому что если бы он не был человеком, то он бы и не умер. Нет же таких людей и нет таких животных, которые не умирают. Поэтому это совершенно естественный процесс, жизненный цикл. Дело в том, что бессмертным-то является человек как бесконечным. Мы этот вопрос отдельно рассматривали, когда говорили о бесконечности. Человечество бесконечно и вечно по своей природе. Но состоит только из конечных людей. Точно так же, скажем, производство, вот машинный парк. Если вы его все время меняете, он вообще бесконечно так и меняется, как средства производства пошли. Вот первые дикарей были там ножи каменные, топоры. Так, и вот сейчас все время это пополняется, развивается. Ну, хотя есть такая тенденция опять прийти к ножам и топорам, судя по тому, как заменяется у нас и как все происходит у нас в производстве. Ну, в общем, считайте, что отмирает вот старая техника, приходят новые. И так все это делают, двигается. То есть можно посчитать, сколько вообще у нас существует техники самой старой, и узнать вот максимальный. Сколько вообще слоев у нас техники годовых. И получится их не так много. Ну сколько? Ну, наверное, 40. Наверное, может и 50 есть. Я видел на Балтийском заводе 1817 года обдерной двухэтажный станок в свое время. Ну, сейчас не знаю, что там происходит. Наверное, там лучше уже. Вот. То есть вот какой-то возьмете отрезок. Ну вот мы сейчас, когда мы говорим уже о противоречии, то мы не берем какие-то два предмета. А мы говорим о внутреннем движении, самодвижении внутри. И поэтому, вот если уж говорить о том, что является
определением, когда мы вот, Денис Борисович, вы ставите вопрос об определении, вы определение определения можете вспомнить, как у Гегеля? Тогда я вспомню. Значит, вот дело в том, что это такой шаг большой философии. Вот было у Спинозы определение, есть отрицание, и все. Вот я на эту тему и говорил. А вот когда Гегель рассматривает, он берет определенное наличное бытие, и потом в нем берет момент равенства с собой, момент неравенства с собой, и они как бы отдельные. Есть равенство с собой, есть неравенство с собой. У любого предмета, и у человека тоже. А потом он делает вывод, но равенство-то, оно же неотделимо от неравенства. А раз оно неотделимо, это два момента, значит, это равенство с собой есть только благодаря тому, что оно отрицает неравенство с собой. То есть это не просто равенство с собой, а активное равенство с собой. То есть оно в себе отталкивает свое неравенство, неравенство себе. И вот такое активное, вот этот момент равенства с собой через отрицание своего инобытия, через отрицание иного, он называется в нем бытием или просто в. Уже больше, более кратко изложить Гегель уже не мог. Потому что вот момент, который называется в нем бытие или просто в. Когда вы говорите «в», вы что имеете в виду? Что это отрицание внешнего, это не это болезнь, не она не снаружи, а в вас, в нас. Да? Вот, это раз. Теперь второе. А что такое определение? Вот начинают люди городить, что это совокупность там, признаков там того, сего, пятое, так красиво все излагают. Даже если это определение там ООН или ВОЗ, много. А вообще, вообще у Гегеля это качество одно. Качество. Качество неотделимо от бытия. Вот вспомните, правда, оно еще. А вы его рассматриваете отдельно от бытия, но оно вообще неотделимо. Оно, вы его рассматриваете отдельно, но оно уже не будет отделяться. Да. И от бытия и не может отделяться, потому что вы его как бы формально отделили, а оно по существу неотделимо. То есть качество – это такая первая непосредственная определенность, которая неотделима. Если нет этого качества, нет и человека. Есть это качество? Есть человек, есть это качество. Или если мы говорим о там, положительном человеке, это вот есть это качество, он положительный, нет этого качества, он уже не положительный. Поэтому всего одно качество может рассматриваться как определение. Ну, какое? Во-первых, такое, которое в себе, то есть сохраняется в изменениях. Если у вас такое хорошее качество, которое сегодня есть, завтра его нет, сегодня вы смотрите ласково, а завтра так на всех, то извините, это не ваше качество. А если, то есть, если это качество, то оно всегда сохраняется в изменениях, во всех обстоятельствах, а не тогда, когда все тишь, глаз и более благодать. А вдруг как что-то там не так сложилось, не так получилось, вдруг начинает накидываться, кого-то обвинять там, и прочее, и прочее. То есть вот качество. Это раз. Во-вторых, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто с в нем бытием. То есть это качество, которое отрицает свою противоположность, вот свою вот эту вот внешность. Поэтому оно сохраняется и в изменениях. Он не дает себе переродиться в другое. Вот качество, если человек порядочный, он порядочный не только, когда все тихо, мирно, а когда тяжелые ситуации. Так, скажем, американцы удивлялись, почему наши военные, оставшиеся на корабле, помните, Зиганшин там, и другие, четверка, они не съели друг друга, а ели сапоги. Ну, потому что у них качество такое. Это люди советские. И советские люди советскими остаются. А те, которые не остаются, те и не советские люди, как выяснилось. Вот. Те, которые коммунисты, они коммунисты тогда, когда пришли капиталисты. А те, которые не коммунисты, они пришли капиталисты, они капиталисты. Придут фашисты, еще фашистами будут, еще на повязке нацепят. И это мы не удивимся. Так что если это качество, которое в себе. С другой стороны, если оно связано с внешним, да, с бытием для иного, то через бытие для иного можно проникнуть и во в себе бытие и изменить определение. То есть можно повлиять и изменить определение. То есть нет такого вот уж такого, что вот был. Вот хочу привести один пример, который Ленин приводит. Товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жюля Геда.
за исключением его измены в 14 году. Да. Или Прокаловского также пишет, Линкаунский, марксист, прекрасные марксистские работы до 14 года. А после этого ренегат, отступник от марксизма, отказался и уже все. Это произошло перерождение. То есть вот эта буржуазная обстановка, так сказать, его желание приспособиться к буржуазным условиям, не бороться с ними, а как-то так перестроить лучше марксизм, чтобы так вот тихо считаться и социалистом, и коммунистом, и при этом, так сказать, тихо, хорошо и мирно жить в буржуазном обществе, не бороться, она приводит вот к таким вот изменениям. И поэтому потребовались вот изменения в подходе к пониманию того, что такое коммунистическая партия. Третий коммунистический интернационал, принципы приема, условия приема интернационала, одним из главных которых было признание диктатуры пролетариата. Если сейчас люди не признают диктатуру пролетариата, это все, это не коммунист. Вот пример, Белов. Вчера там Милосина звонила, спрашивала меня, не хотите ли вы выступить против Белова? Не хочу, говорю, потому что я давно его знаю, как проходимца. Этот Белов выступал против диктатуры пролетариата, когда еще работал клерком в Смольнинском райкоме партии. И где мы с Казенновым пришли и лекцию читали про диктатуру пролетариата, они нажаловались нашему руководству университета, что вот такие-то, такие-то выступают за диктатуру пролетариата. Но наше умное руководство, так сказать, никак особенно на это не среагировало, но мы это не забыли. А потом Аллочка Калинина, которая была первым секретарем этого Смольнинска, где работал Белов, и потом стала секретарем горкома, как-то я ее встретил при большом скоплении народа и сказал, что вот вы вот такие вещи распространяете. Это кто это вам, так сказать, такие вещи сказал? Сплетни. Он говорит, это вот я не буду говорить. Ну, раз говорить не будете, значит, это вы. Это очень просто выясняется. Вот надо идти назад по цепочке, и все. Вот. И этот самый Белов открыл двери для того, чтобы пошли либералы как раз вот в это время. В то время, когда, например, «Народная правда» там как сидела, так и сидела, до 93-го года сидела. А наши товарищи как сидели в центре распространения и в двух аудиториях Дома политпросвещения Овчинников, Тимофеев, так и сидели. И пришли милиция, обтекли их, и так, так сказать, все остальное заняли. А после этого эти вот помещения сменяли на Очаковскую. Так что вот происхождение этих помещений. Так просто в ГУВД помещения не дают. Вот, то есть мы видели этого Белова. И этот Белов в свое время, когда был секретарем, а я в это время был членом обкома, Чуркин был членом обкома, Терентьев был членом обкома, и Галиндухина из Красногвардейского райкома тоже была членом обкома, секретарь идеологии. И вот мы, так сказать, там, мы входили в движение коммунистической инициативы, и вдруг мы узнаем, приходим на заседание идеологической комиссии, там раздается документ. И в этом документе написано, что надо ленинградская организация войти в демократическую платформу. Ну, мы сразу напряглись, а кто это придумал? Вот Белов говорит, это вот я вот предлагаю. Так, это как же понимать мы так сразу? Вы что нам, так сказать, вы что предлагаете сделать? Нам перестать быть коммунистами? Ну почему? Мы войдем и там ее внутренне переделаем. Может, мы их в фашистскую партию войдем, чтобы ее внутренне переделать. Вот. В общем, мы это дело заблокировали, это выбросили, но и это не забыть. И, наконец, я еще один эпизод. Я для проверки этого самого Белова проголосовал, поставил на голосование, как член обкома, вопрос об изгнании Горбачева из партии. Ну и вот проголосовало 17 человек. А до этого Белов похаживал и иногда критики подвергал Горбачева. Так. Потихонечку. Когда я поставил на голосование вопрос, он не проголосовал, за исключение из партии Горбачева. Поэтому это вот человек, который давно уже не коммунист, по тому критерию, который по качеству, который есть в себе. Он, если у него и было какое-то качество, оно не было в себе. То есть оно не в изменениях не сохранялось, и ничего такого коммунистического в нем не сохранилось. А желание плавать наверху у него сохранилось, он поплавок. А всплывает наверх. Некоторые думают, что наверх всплывает элита. Но это не совсем так. Бывает, что и элита. Бывает, что пенопласт. Но бывает, что и не элита, и не пенопласт. Элита – это вообще-то лучше. В определении идет речь о простом нечто. В определении идет речь о коммунисте, скажем. Вот под понятие коммуниста Белов никогда не подпадал. Сколько я его знаю. Я знаю его очень давно. Давно-давно, вот с тех времен, когда он еще работал
вот в этом самом мелким каким-то инструктором в центральном районе, районном комитете. Центрального района. Нет, например, так звучит. Качество, которое есть в себе, в простом нечто. Да. Да. Номеров-то простое нечто. Простое. Простое. А какое? А какое? Уже потом идет нечто как вставление, это дальше. Когда вы говорите об определении, берете простое, а когда вы берете нечто как становление, тогда уже оно непростое. Это оно непростое, когда вы нечто берете как становление, как единство. Определение и характера, каждое из которых есть нечто. То есть мы еще не добрались до этого пути. Вот мы определение, формулировку определения дается раньше, чем рассматривается нечто сложное. Это якобы сущность рассматриваем. Мы сейчас, вот когда вот мы говорим об определении, это совсем не сущность, это начало наличного бытия. И я и в самом начале сказал, что вот мы двигаемся вперед и при этом очень часто возвращаемся назад для того, чтобы снова двигаться вперед. Это не есть определение сущности, а в сущности это уже рефлексия, это определение как бесконечное движение, как рефлексия. Здесь нету такого твердого бытия, по отношению к которому было бы его отрицание, его определенность. Здесь все, здесь к отрицанию вы прилагаете отрицание. А когда вы к отрицанию прилагаете отрицание, вы получаете равное самому себе отрицание. Но оно, с одной стороны, равно самому себе, так оно же отрицает отрицание, и вроде как всплывает бытие. А вот это всплывшее бытие должно отрицаться, потому что у вас не бытие, а сущность. И, так сказать, все это дело и так вот и вращается. Поэтому здесь вот бесконечное движение и самодвижение, и вот в этом самодвижении вы и можете найти определенность. И вот мы сразу получили вот уже здесь две определенности тождества. Это что равное самому себе. А вот в области бытия там разумное самодвижение? Нет. Откуда самодвижение? Категории самодвижутся. Категории-то сами движутся, одна категория движется к другой, а другая движется к этой. А здесь никакого другого нету. Нету другого, здесь сущность и все. Вы в сущность углубились, нету второго. Второго нету. Так и там тоже бытие, а второго нету. Есть там наличное бытие. И есть. А что наличное бытие, это не бытие? Иван Михайлович, есть нечто, есть иное. Не слышали такие категории? Но это другое бытие. А здесь нет другого бытия. Нету, здесь только сущность и все. Нет другой сущности. У вас сущность одна, Иван Михайлович, не надо. Знаем мы вашу сущность, у вас она одна. А вот так одна. Берегите ее, сущность у вас одна. И вы ее являете. У меня бытие, но... Бытие у вас не одно. Какое же оно у вас одно? Сегодня один пришли, завтра уже другой. Так что нет, бытие не одно. Бытие не одно. Уже у вас есть даже бытие для иного и бытие в себе. Это два разных бытия. Ну это что, это другое бытие? А что же? Другое бытие для иного и бытие в себе. Это же разное. Сущность тоже. А? Сущность не так. Это не надо. То есть вот ни в коем случае не надо в учении о сущности применять те схемы, которые годятся для наличного бытия. Вот человек изучил наличное бытие и пытается вот с этими же категориями войти вот в этот сущностный рай. А здесь все перевернутое. Перевернутое, потому что все с отрицанием. Это не бытие. Не бытие. И там движение говорит, какое движение в сфере сущности? Вы от одного отрицания бытия идете к другому отрицанию бытия. Потому что сущность – это отрицание бытия. Значит, развитие сущности идет от одной сущности к другой сущности. Согласны? Не к одной, а к другой. К другой сущности. Значит, а к сущности есть отрицание бытия. Значит, идет отрицание к отрицанию. А как по-другому? А как по-другому отрицание называется? Ничто. Вот. И вот товарищ Ленин и товарищ Герасимов, они... Говорят, такого, пожалуй, не может быть движения от ничто к ничто. А, но обратите внимание, что вся соль здесь высказана, пожалуй. То есть с отрицанием. Пожалуй, с ней просто не может быть. Если бы он написал, такого не может быть, ну тогда это было бы утверждение. А это вот, пожалуй, это утверждение с отрицанием. Может быть, не, пожалуй, не может быть, а вот можно и может быть. На какой смысл слова пожалуй? Только такое и есть, правильно?
То есть очень осторожно Ленин выступал, а в другом месте писал «Темна вода вернуться», а не просто «Темна вода». А то «Темна вода, я пошел туда, на свет». Нет, вы идите, ныряйте туда. «Темна вода». Вот там глубже пойдете, там, может быть, найдете. А вы попробуйте руками там пощупать на дне, если темна вода. Можно ведь не только через свет это делать. А только бытие можно пощупать-то. Пощупать можно все. Ладно, как. Вот. Но познать можно только разумом. А вот для чтобы его познать, надо, значит, проникнуть через бытие к сущности. Вот мы уже к сущности вот подошли, и в сущности уже находимся. И должны сказать, что здесь вот такой номер с определением не проходит, чтобы которое было просто такое вот качество. Качество – это же как бы определенность, изолированная от наличного бытия. А тут так не изолируешь. Здесь они все время вот это бесконечное движение. Как могут быть равны самому себе два отрицания? Ну, как отрицание, но как удерживание. Ну, все равно отрицает. А раз оно отрицает, оно превращается во что? Бытие. Но мы же где находимся? В сфере сущности. Значит, это тоже никак здесь не может. Оно здесь не может остановиться на этом, должно дальше идти. И это бытие берется лишь как момент. Вот он так и два и фиксирует. Отрицание, но как удерживание, и бытие, но как момент. О, как! И это написано все. Вот я, если вы думаете, что я вас обманываю, то я, а то верить-то нельзя, Иван Михайлович, вы же знаете. Как можно верить в науке? Это все в разуме, все, вся сущность. Почему в разуме? И в разуме в том числе, это сколько разума. Разум же отражение, значит, и в разуме тоже. Это не это есть, так сказать. Но все равно это уже видно, что это. Ну вот хорошо, вот как вы считаете, у вас. Как бы оно нет, подождите, у вас сущность а есть? Денис Борисович, Борис Борисович, у вас сущность есть? Как нет? Есть. Есть, но с отрицанием. Так сущность-то она есть, значит, это тоже бытие. Ну, если я вот на вас смотрю и хочу увидеть вашу сущность, что я должен сделать? Я что отрицаю? Я отрицаю вашу поверхность. И свитер, и бороду, и нос. И это все не важно. А важно, что у вас в душе. И что, вы скажете, это только в разуме, что ли? У вас что, души нет? Вы бездушные, что ли? Денис Борисович. Вы куда нас заводите? А что, а свитер человек одевает, это от души не зависит? Нет. Нет. Как это нет? Такой свитер. Такой есть, есть такой. Нет. Да. Вот если он... Какой купир, какая у него душа, такой и купир. Не путайте телогрейку с душегубкой. Это разные вещи. То есть, когда мы говорим о сущности, мы говорим о том, что сущность есть в каждом явлении. А то, что оно потом, это явление появится, это потом мы уже можем говорить, когда мы уже применяем, хотим вот уже на примерах, то там дальше мы будем различать сущность и существование. Помните, я вот раньше останавливал, как только люди заговорят, вместо бытия существует. Я говорю, ну зачем вы это говорите? Вы же не знаете, что такое существует. Я сам не знаю, поэтому и боюсь. Давайте вот мы будем говорить, есть и все. А вот когда мы говорим о существовании, существование это что-то, это где категория, какой? Сферы. Сферы сущности. И вот существование – это когда вы это… Вот, давайте я вам расскажу, что происходит дальше с противоречием. Раз оно разрешается и идет к основанию. А основание проявляет себя в основанном. И вот теперь как бы сущность удваивается. Основание и основанное. Вот все, что как, ваш взгляд, ваши поступки, ваше поведение, они основываются на чем-то глубинном, или это все поверхностное у вас, показное? Вы определитесь. То есть сущность – это как раз выявление. С помощью вот этих категорий мы выявляем сущность, глубинное содержание. А там идут такие категории, как сущность и форма. А оформленная сущность – это содержание. Потом содержание и форма уже различаемо. Содержание оформлено, а форма содержательна. Вот. Дальше мы. И потом, значит, мы различаем явление, его закон. Так? Значит, мы не упокаиваемся на внешнем, а мы должны проникнуть и понять закон. И закон разве это только в разуме? Не знаю, закона нет. Вот основной закон капитализма, что в разуме? Или вот закон абсолютного обнищания при капитализме, он все только в разуме. Вы вообще не видите, что происходит? Общественные законы не реализуются через действия людей. А?
общественные законы, они реализуются через действия людей. Да, через действия людей. Но они реализуются через действия, но они есть не внешняя поверхность, они есть нечто спокойнее. В этих действиях все разные. Мы смотрим, что абсолютное обнищание имеет место. Сейчас совсем просто это видеть. Вот что такое инфляция? Это действие закона абсолютного обнищания. Все хуже и хуже. Я брался график рисовать специально. Неправильно рисует график там. Если вы возьмете зарплату, как она растет при капитализме, ну вот можно так спрямить то, что происходило, и показать, вот было в 19 веке так, а сейчас вот так, и больше. Но если вы точно будете рисовать, как математики рисуют, график рисуется так. Вот ухудшалось положение до забастовки. Забастовка или мощный подъем движения рабочего, скачок. Это называется разрывная функция. Потом опять убывание, ухудшение положения, опять скачок, опять и так далее. В итоге вот эта самая последняя точка выше, чем первая. Но эта функция называется убывающая в каждой точке кусочно, непрерывная функция, убывающая в каждой точке. А когда, то есть, когда действует законы капитализма, абсолютное обнищание, а когда забастовка, это остановка действия законов капитализма на время забастовки. Вот всеобщая забастовка раз, тряхнула и подняла, и раз, и 8-часовой рабочий день. Если будет такая забастовка раз, и установят 6-часовой рабочий день, это будет противоположность к этому закону. И это из этой противоположности потом вырастет и противоположное общество. Оно сразу не может так получиться. Или ни за что люди не боролись, за простые вещи не боролись, и они сразу станут господами всего положения, станут господствующим классом. Так не бывает. Человек не умеет прыгнуть на 20 сантиметров, а хочет на 2,20 сразу прыгнуть. Бывает такое? Есть такие революционеры у нас, которые говорят, ну, вы тут коллективными договорами занимаетесь, или вы тут занимаетесь условиями труда, копаетесь там вот в том, что там какая загазованность, запыленность. Разве где тут революционность? Где? Вот в этом и есть самая революционность. Вот коммунизм сводится к улучшению условий труда рабочих. Если это вот начинается борьба за эти условия, она должна быть доведена до конца. А как ее решить-то решительно? Решительно решить можно только при социализме, потому что капитализм будет все время экономить. Но если у меня прибыль – главная цель, то что вы мне подсовываете условия труда? Ну, мне плевать на них, у меня прибыль. Мне прибыль надо увеличивать, а вы хотите отчекрыжить от моей прибыли и направить на улучшение условий труда. Ну, этот номер не пройдет. На то я и господствующий класс. Что тут? Это логично, и это вопрос не позиции того или иного капиталиста, а вопрос о капиталисте как персонификации капитала. Если он персонифицирует этот капитал, это да. Если он не персонифицирует, он, так сказать, как капиталист раздваивается. Он, с одной стороны, капиталист, как Энгельс, а с другой стороны, он вождь рабочего класса, как Энгельс. Вот это уже другое. Его определение все-таки Энгельса, что он вождь рабочего класса, а не в том, что он капиталист. Хотя он капиталист, при этом остается, что ничего не попишет. Вот, то есть я что хочу сказать, что вот эта вот маленькая книжка, которой хватит на очень большое время, если вам вдруг придется заболеть или еще куда-то уехать надолго, или долго ехать в поезде, или еще что-то, этого вот достаточно, не надо большого веса брать, этого вам достаточно будет на все это время и еще останется. То есть тут можно это все изучать, читать. Сущность находится между бытием и понятием и составляет их середину, а ее движение – переход из бытия в понятие. Понятие, что не сущность? Понятие? Нет, конечно. Это же снятая сущность. А снятая сущность – это отрицание сущности, Иван Михайлович. А отрицание сущности… Да, Иван Михайлович. Бытие. Но какое бытие? Второе. Первое – непосредственное бытие. Вот гляжу я на вас непосредственно, это непосредственное бытие. А потом я проник в вашу душу и понял, как вы болеете за счастье народное. И теперь снова на вас гляжу, это уже понятие Герасимова. Чувствуете разницу? Вот. А как я думал, он сидит человек усатый. Ну что, этот человек? Да. Да. Вы думаете? Конечно, вам здорово, если я про вас рассказал, а другие молчат, вот не хвалят, потому что я и не привел. Как пример. То есть это вот в известном смысле кладезь, конечно. И в том-то и дело, что вот это вот равенство и неравенство одновременно, то, что человек изменяется и при этом остается равным самому себе, это же объективный факт.
И как можно вот взять просто сказать, он равен самому себе и все. Вот любого простого человека возьмите, у меня я провожу иногда такие разговоры, человека спрашиваю, там, недавно познакомились, вы равны самому себе? Он говорит, да. И все? То есть я вот сейчас буду с вами разговаривать, но это бесполезно, потому что вы просто равны самому себе. Ничего не изменится в вашей голове. Чего читать будете, чего-то. Вы просто равны самому себе. А если скажешь, не равны самому себе, вы не равны самому себе? Вы не равны самому себе? Не равны. Не равны? Давайте документы. Тот человек, которому вы не равны. Не равны, его уже. А то уже его нету. И давайте мы эти документы отнесем в соответствующие органы, а вы уж там идите получайте новые, раз вы не равны тому. А вы смотрите, как у вас не равенство с собой, вы все держите один и тот же паспорт. Ну, а почему? Один и тот же меняют же паспорт. Это у вас меняют. Это у вас меняют, потому что вы не вечны. А мы вечны с Константином Александровичем. Нас уже не меняют. Мы уже в вечность переходим. Чувствуете, как интересно? Вот те, кто не вечны, им все время меняют. А вот нам уже не меняют. Красота. Унифицировать. Вот мы гордимся тем, что нас вот так уважает наше государство. Да. Нас и в метро пропускают. Может, мы упадем. Скорее. А мы еще не все упали. Так, так что вот, вот я на это решил обратить внимание сегодня товарищей и членов кружка, чтобы это вот надо вот это место поизучать, не проскакивать, потому что от того, что ты проскочишь, ну ничего мы не выигрываем. То есть это не значит, что не нужно читать. Вот Валерий Александрович, он дочитал науку логики до конца. Это что значит? Ему, значит, легче тут двигаться. Вот это и означает легче. Ну, почему? Потому что когда человек видит целое, то ему, Иван Михайлович, почему? Человек знает, что есть учение о понятии, значит, он понимает это движение, значит, бытие, отрицание этого бытия сущности, возвращение к бытию, когда понятие – это бытие, через которое просвечивает сущность. Говорят, вот я смотрю на глаза и вижу душу в этих глазах. Это совсем другой разговор, чем смотрю на глаза, а они блестят. Разные вещи. Блестят у всех, а вот, так сказать, душу в глазах, чтобы это вот совсем другой разговор. Так что отсюда и задание всем, значит, это начало учения о сущности снова почитать. И дочитать надо до противоречия и до перехода вот в основание. А дальше вот так как-то дальше будет проще. Основание основанное. Так, потом, значит, основано, тогда сущность, она будет себя как бы выступать как бытие уже. В чем? В виде условий. То есть она внешним образом, как бытие. И начнется всплытие как бы снова бытия, потому что так просто, Иван Михайлович, не будет вот раз и появится понятие, то есть отрицание. И оно уже будет отрицаться в ходе движения. Сначала законы явления, потом будет... Вот даже он так разделяет, смотрите. В своем движении сущность полагается в следующих определениях. Первое. Как простую в себе сущую сущность в своих определениях внутри себя. Внутри себя. Теперь как переходящую в наличное бытие, иначе говоря, сообразно со своим существованием и явлением. И третье. Как сущность, которая едина со своим явлением, как действительность. Вот, собственно, и все деление. Три части. Так действительность – это что, сущность? Да, это сущность. Но это такая сущность, которая уже выступает прямо на поверхности. На поверхности. У вас только внутри есть хорошее какие-то желание какие-то поступки совершить, или иногда вы на самом деле совершаете хорошие поступки, вам кажется. Вот когда вы на самом деле совершаете, это действительное. А когда вы думаете, эх, сегодня я совершу хороший поступок, это еще не действительное. Но это же сущность. А? Это сущность. Сущность, сущность. Вы сейчас же готовите на эту самую правду труда? Вот да, готовите? Она еще не действительность. Она еще не действительность, да. Но уже есть кое-какие условия для этого. Есть там что-то сверстано, собирается материал, собирается средства для этого, да? Вот. Уже даже есть что? То, без чего она никак, эта сущность, не станет действительностью. Даже есть доверенность на получение правды труда от первой образцовой типографии Ордена Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени. Уже есть доверенность. Осталось дело за малым, только доделать газету и отвезти. И передать ее по электронной почте. Но это пустячок. Но он у вас уже есть в голове или нет? Вот как раз волновался Денис Борисович. Оно в голове у вас, в разуме есть?
Но если в разуме есть, значит появится. Потому что она в разуме может появиться только тогда, когда к этому есть стремление. И есть соответствующее движение. Потому что так просто в разуме ведь не появляется. Человек становится разумным благодаря действиям, а не действует благодаря тому, что он разумный. Его труд сделал человека человеком. Смотри, Энгельс, роль труда в превращении обезьяны в человека. Ну, я думаю, на этом, в таком пункте позитивном можно... Да? Да. Вот.